7 февраля ушла из жизни моя мама. Она не дожила до возраста 92 года. Она была совершенно здорова, энергична, бодра и умерла в очень короткое время болезни. В памяти моей мамы посвящается этот фильм. С первых же дней войны нашу школу, огромную старинную школу каменную, ее превратили в госпиталь. И с первых же дней мы с мамой стали работать в госпитале. А мальчики наши, 12-летние, 15-летние, работали на заводах. Город Реж такой металлургический завод. У нас было 3 завода металлургических, и их превратили в военные заводы. Вы представляете эту госпитальную жизнь, когда врачи-то есть, а вот нянечек не хватает, они же ушли на ксенофронт. Вот трудно было госпитале, трудно было больным, трудно было и нам. Но мы работали, мы помогали, но были все время заняты колхозными работами. Весной надо было вспахать, скопать колхозные поля. Она прожила очень непростую, но долгую жизнь. Трудные года, война, несчастье, много чего было. Но до самой старости она сохранила неунываемый дух, веру в людей, любовь к людям и какую-то такую безграничную детскую наивность. И я думаю, что именно это помогло ей до конца своих дней быть такой, оставаться всегда верующей в людей, никак не озлобиться в наше непростое время, остаться чистым и светлым человеком в памяти каждого, кто хоть когда-то был знаком с Ушаковой Ниной Григорьевной. Ваши советы молодым? Главное – делать добро, доброе слово, добрая улыбка. Но больше всего старайтесь, оставили себе цель, добивайтесь ее. Человек должен, человек много может, человек много знает. И он должен это многое делать, учитывая, что он делает добро и любит свою родину, свою отчизну. Мечтаю о том, чтобы экономика выросла государственная, а не частная. Ну и что меня радует? Я отлично себя чувствую, я свободна, делаю все по-своему, а это радость. Я рада, что я общаюсь с людьми, школьниками, товарищами по жизни, ветеранами войны, труда. И что я еще что-то могу рассказать, написать. Вот что меня радует. Мне хочется зачитать одно из маминых стихотворений. Так будет память обо мне. Я возвращусь к вам книгой и стихами. Найду и фото кое-где, и этим я останусь с вами. Несу я память о войне, годах терпения, усилий. Несу я просьбу о добре, чтоб в жизни правду вы любили. Любуюсь юностью растущей, я радуюсь талантам, их умам. Пусть поколения юных будут старых лучше и посвящают жизнь свою всем будущим годам. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre.